В эпоху антиковидных требований входная группа продуктовых магазинов напоминает своего рода таможню. Легальный путь до прилавка обеспечивает наличие маски, а также процедуры термометрии и обработки рук. Проникнуть в супермаркет зайцем больше не получится. За соблюдением антиковидных мер следит и персонал магазина, и выездная комиссия. Работаем в основном по жалобам населения, то есть приходят жалобы. Мы отрабатываем эти жалобы, то есть ездим по всем адресам, по всему городу. Также там приходят материалы от управления надзора губернатора Ульяновской области. То есть мы вставляем и по этим материалам тоже протокол. Также управляем в районные суды, областные суды. Чтобы дело не дошло до суда, супермаркет должен быть оснащен рециркуляторами и термометрами. На кассах установлены защитные экраны, а при входе в магазин – антибактериальные коврики. Если к соблюдению этих правил вопросов нет, то к масочному режиму до сих пор остаются. Есть случаи, они у нас зафиксированы в органах полиции, что не всегда покупатели адекватно реагируют на это. Есть такие трения. Вот поэтому личному составу очень тяжело работать. Это люди, каждый со своим характером, со своими эмоциями. Здесь важно помнить, что соблюдение масочного режима – не прихоть персонала магазина, а требование, установленное исполнительной властью. Такая мелочь, как маска, может спасти вас или окружающих от инфекции. Чтобы снизить риск заболеваемости, подобные рейды будут продолжены. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.